вы уже сегодня частично касались нашего вопроса, но тем не менее. На переговорах с Сергеем Лавровым глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что Ереван рассчитывает на взаимодействие с Москвой по отправке в Карабах международной миссии. Как Россия относится к идее Армении разместить какую-либо международную миссию в Карабахе? Ну, в соответствии с заявлением лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе размещен российский миротворческий контингент. Наши миротворцы предпринимают последовательные усилия по обеспечению стабильности и безопасности в регионе и предотвращению эскалации. Многое, конечно, зависит от политической воли и реального настроя самих сторон на урегулирование сохраняющихся разногласий и поиск развязок. Важно, чтобы они неукосительно соблюдали все трехсторонние договоренности. И я сейчас говорю, они, наверное, стоит сказать, мы все, учитывая, что трехсторонние эти соглашения, потому что они определили дорожную карту армяно-азербайджанской нормализации. Что касается какой-либо новой миссии, то требуется согласие на ее размещение как Еревана, так и Баку. А вот такого мы пока еще на сегодняшний день не видели. Я имею в виду наличие согласия двух сторон.